Слово вам, пожалуйста. Да, собственно, рада приветствовать столько народу. Это очень чудесно видеть такое большое количество заинтересованных людей, потому что machine learning на самом деле в Украине в довольно зачаточном таком еще состоянии. И... Ну, я спорить не буду, да, я что-то не знаю про Одессу на самом деле. И мой доклад, собственно, меня зовут Люда, я 10 лет занималась разработкой программного обеспечения, и там через 10 лет я решила мигрировать в machine learning, да, как бы. Вот, занимаюсь я этим, ну, я считаю, коммерческий опыт, то есть это не то время, которое вы тратите на обучение или еще что-то, это то время, будем говорить, когда вы уже зарабатываете на этом, когда вам платят деньги за это. То есть вот эта вот профессиональная карьера, я занимаюсь профессионально там 4 года последних. Вот, до этого как бы там были разные нюансы. И, собственно, этот проект, это реальный проект DataArt, который сейчас идет. Почему хотелось бы с вами расшарить этот опыт? Потому что он был сделан с нуля. На этапе архитектуры, этап инвестигейта. Это реальный проект с реальным заказчиком, с реальным продакшеном. Их там 4 штуки. То есть как это все... Потому что я... в свое время, когда я начинала, я чувствовала, то есть мы выучили вот это, вот это, вот это, вот это. Да? Вот тут вроде какие-то знания есть, там поделки ты подписал, но продакшн-опыт... такой серьезный, у нас это был первый. Ну, в моей репутации это был серьезный первый опыт. То есть это когда все вот закрутилось, ты получаешь реальных юзеров, да, ты получаешь, ты что-то вкидываешь, получаешь output там, то есть. И в свое время, когда мы только начинали архитектурировать это все, реальных кейсов в сети, да, их, во-первых, мало, их практически нету. Специалистов у нас тоже мало, откровенно, с продакшн-опытом. И ты каждый раз это, вот так сомневаешься, а правильно ли я делаю. То есть я искала что-то вот типа вот этого доклада в свое время, чтобы просто посмотреть, как это вообще происходит в жизни, да, что там происходит. То есть занимаемся мы predictive maintenance. Что такое? Кто-то знает, что такое predictive maintenance? Нет? У нас клиент поставляет продукт, занимается грузоперевозками. У них есть контейнеры, конвейеры, собственно, они фасуют посылки. Predictive maintenance – это попытка предсказать поломку оборудования. Собственно, да, это я рассказала. Sorry. То есть вот этот скрин – это в точности то, что нам пришло на вход в качестве requirement'ов в свое время. То есть, вот если вы почитаете, да, ну, как бы, я не знаю, видно или нет, но там, в общем, довольно что-то... мелко, если можно как-то озвучить кратко очень. Ну, смысл в том, что они очень абстрактные. Все эти requirements, они максимально абстрактные. Ты вообще очень плохо понимаешь, с чем ты имеешь дело. И первое интервью, собственно, когда мы, ну, после продажи, когда собеседовали ML-специалистов, мы готовили их ко всему, вообще ко всему. То есть и собеседование было, ну, точно так же, как и любых программистов, да, то есть вопросы я проходила, мое интервью длилось 3 часа. Я была там одним из первых ML Data Scientist, который туда заходил как ML Data Scientist, и, честно говоря, ну, сложности в этом были такого плана. У тебя... Во-первых, математикой ты не пользуешься в обычной жизни, да, у тебя есть какие-то университетские знания, еще что-то. И тут в реальности оказывается, что у них есть дата-сайентисты, есть дата-аналитики, есть дата-инженеры, это разные специальности, да. И, как правило, там machine learning — это не только нейронная сеть или что-то, там есть куча задач, они обычные, прикладные, да, их надо уметь решать. И, собственно, я вот до сих пор помню там вопрос, уже там идет 2 часа 35 минут собеседования, я там судорожно перебираю весь университетский курс математики. Мне говорят, ну, слушай, вот последний вопрос, давай мы тут теорему Штурма для интерполяции ты расскажешь, и как бы вот это все. Это вот. И я там, ну,
собеседование реально, вот пройти первое собеседование, вот тяжело пройти. То есть если они берут, потому что у них уже есть университеты, которые выпускают ML-специалистов. То есть это МИТовские университеты, у них есть программа, у них есть набор знаний, которыми и набор навыков четко структурированный. То есть у нас еще пока на рынке, как правило, machine learning — это такой разнорабочий. Тут я вот краску, тут я кирпичи кладу, а вот тут вот я требования напишу. Ну вот, собственно, вот как-то так начинался наш проект. Собственно, я представитель IoT, если кто-то знает, Internet of Things практики. И, собственно, это считается индустриальной революцией 4.0. Это все, что связано с датчиками. То есть, если мы говорим про software, да, то тут понятно, что у нас у всех есть хороший какой-то, ну, по крайней мере, бэкграунд, мы умеем программировать, и мы такие вроде бы как это. И тут в реальности очень, то есть меня поспрашивали теорему Штурма, и все как бы хорошо, я вот уже понимала, что я что-то понимаю. И тут оказывается, что проект состоит из hardware и software. Ну, собственно, мы до этого доберемся. То есть основная цель predictive maintenance, то есть это тоже слайд взят из их реальных требований. Когда мотор ломается, то есть в основном это заводы, это facility были. Facility оборудованы датчиками. Ну, зачастую там есть разные датчики. У нас есть своя лаборатория, то есть это, они так и называются, IoT-девелоперы. Ну, зачастую это hardware-девелоперы, будем так говорить. Вот. И мы столкнулись в реальности с тем, что у нас PLC, ну, может, те, которые с более старой школы, микроконтроллеры, там, да, вот, как бы, специалистов на рынке в Украине их нет. От слова совсем. И в этом есть много причин, в частности, потому что датчики, они не дешевые. И порог входа — это не то же самое, что по GS-у книжку купить. Тебе надо набрать разных датчиков. Вот я когда начинала на PLC, PLC — это Programming Logistic Controller, если кто-то не знает, это маленькие такие, ну, компьютеры будем их называть, они маленькие. Вот. Можно датчик купить за $18, можно датчик купить за $2000, да? То есть вкинуть $2000 обычному программисту в какой-то китайский амазоновский датчик, да, как бы, ну, зачем, если есть Angular, там, формы, что я буду... И рынка как такового нет. Вот, собственно. И мы, когда приехали, перед нами стояло вот несколько таких задач. То есть, во-первых, для нас была эта область новая. Мы не видели... Ну, я там... Честно говоря, меня завели, там говорят, ну там конвейеры, моторы, ну там поедешь на завод, там я там представила, я извиняюсь, там в супермаркете вот эта конвейерная лента, думаю, ну что там того мотора, как бы, что там тех микроконтроллеров. Я приезжаю, 300 метров квадратных конвейер, там сортировочные цехи, там, в общем-то, ленты. Я такая понимаю, что это не вот эта вот маленькая вот лента, на которой продукты ездят, собственно, что это все гораздо серьезнее, да, все гораздо масштабнее было. Вот. И они, понятное дело, что поломка оборудования обходится. Ну, то есть меня вот первый факт, который такой очень сильно удивил, то есть сама разгрузка, там 40 траков приходят, они, в общем-то, там специальные для них такие вот на фасилити вырезаны, как бы, грубо говоря, дырки, они подъезжают, у них прямо, ну, как бы трак, под это подъезжают роботы и начинают это все разгружать. И если, допустим, конвейер ломается, поломка этого оборудования, она может доходить, ну, для заказчика, да, до $1,5 миллиона простой час. То есть для них это очень-очень животрепещущая тема, и это predictive maintenance, это уже как особый пласт, да, его все пытаются делать, в разные Европа, Штаты, разные заказчики. То есть это уже в свою такую микрокультуру, микромир. Вот, собственно, ну, ревенью. То есть пока конвейер у вас работает, вы получаете деньги.
как только, собственно, он стоит, вы не получаете. Это, ну, собственно, то, чем мы стараемся заниматься. Я тоже не знаю, насколько вам видно, но это вот картинка, я ее специально искала, это вот, вот так вот выглядят эти датчики, плюс-минус. То есть они могут выглядеть по-разному, но, собственно, и мы когда пришли, первая задача, с которой мы столкнулись, там не было никакого machine learning от слова совсем, нам надо было собирать данные. Нам надо было выбрать, на самом деле, выбор датчиков, он идет вот проекту как бы уже какое-то солидное количество времени, мы до сих пор перебираем датчики. То есть у нас сидит целая лаборатория IT-девелоперов, это hardware люди, которых завозят на эти заводы, они ходят, кидают, грубо говоря, провода, крепят эти датчики. То есть это определенный вид программистов, но это не совсем software. И, собственно, да, так прошло. А? Смотрите, по поводу датчиков. Датчики вы можете, ну, в сети не так много, но можно найти примеры этих датчиков. И, как правило, куча фирм в Штатах, они приходят сами, говорят, вот, вот этот датчик, у нас супер датчик, этот лучший датчик, вот вы его возьмете, и счастье наступит. То есть мы там предлагаем, они плюс-минус, как бы... Мы нет, мы их крепили. Да, мы их крепили, мы, причем... Сначала, ну, я признаюсь честно, я в датчиках очень плохо разбиралась, вот, и как бы, ну, у нас был какой-то бюджет, чтобы маленький конвейер, первое MVP, это было порядка, ну, чтобы не соврать, 150 датчиков мы поставили. Вот, то есть это был человек, который лазил по заводу и как бы, собственно, крепил эти датчики. Вот, собственно... Наша система в текущем ее состоянии, она основана на PLC-данных и на сенсор-данных. Вот сенсор-данные, примеры, чего вы можете собирать, это очень небольшой датасет. Вот слева сенсор, да, это частота обычно, там, извиняюсь, температура, вибрация, то есть такого типа данные. PLC у нас используется для... Собственно, вот belt speed, да, допустим, это скорость. Вот. И первые 3 месяца мы занимались тем, чтобы мы складывали данные, просто вот пытались понять, какие у нас данные есть, что у нас есть, что нам эти датчики позволяют. Тут вы узнаете, что там важная характеристика, да, ну, самого датчика, сколько он bandwidth, частота. Это сколько data point в минуту он позволяет вам писать. То есть, как зачастую, ну, сейчас наша система основана, у нас где-то 10 дата-поинтов в минуту идет. Ну, да, да. Ну, то есть вы собираете 10 точек, грубо говоря. У вас есть 10, ну, давайте скорость, чтобы упростить. Ну, сколько он может данных, грубо говоря, выслать, да, в минуту. То есть они там говорят, допустим, наш датчик позволяет там 50 дата-поинтов. Ну, чем дороже датчик, тем больше он позволяет. Но тут же как бы ваша задача с минимальной. Там, вы можете взять очень... Ну, они есть разные. Да? Чем дороже датчик, то есть те датчики, которые стоят на Caterpillar, допустим, они там, один датчик может обходиться до 2500 долларов. То есть там очень дорогие датчики. Да, датчики, которыми оборудована наша система, она была в районе, там, ну, я не помню, 150-170 долларов за датчик. То есть это то же самое, как... Я прошу прощения, я предлагаю вопросы оставить на конец, чтобы докладчик успел доложить контент, а потом, если останется время, мы проговорим. Если нет, то... Да, давайте. Да. Я доступна вот, до конца рабочего дня. Вот, собственно, и насобирали мы данные, и мы решили первую систему строить на AWS в клауде. Собственно, это такая очень легкая архитектура того, что у нас было через 3 месяца. У нас первый продакшн был запущен там, ну, 4-5 месяцев. Вот, собственно, что мы имеем? Мы имеем Gateway, у нас есть кэш, который практически сразу получился. Я объясню, почему. Потому что завод может...
датчики пересылают данные при помощи мобильного оператора. Один из заводов расположен во Флориде у нас, вот, и там у них то ураганы, то Альберта их настигает. То есть мы поднимали, через 3 месяца мы уже четко понимали, что мы теряем данные. Все. А потеря данных, то есть в этом проекте самое дорогое — это данные. То есть все остальное там постольку-поскольку. То есть, собственно, и поэтому у нас кэш, вопрос с кэшом, он стоял на очень ранних этапах. Сейчас, даже если связь утеряна и пошло наводнение, то есть у нас порядка 3 суток точно данные накапливаются в кэше, потом отправляются. Ну, то есть считается, что за 3 суток инженер может приехать и, ну, допустим, переключить или еще что-то. То есть, собственно, вот для этого это было сделано. Дальше у нас есть уровень лямбд и ивентов. Собственно, вся система event-based была сделана. И у нас есть raw data, собственно, это сырые данные, которые датчик пересылает. ПО, которое принимает эти данные, мы тоже писали сами. Heartbeat, то есть heartbeat у нас, по-моему, раз в сутки идет суммированно по всем заводам, он пересылает информацию о том, чтобы связь есть, все окей, то есть... Вот, и downsampling event у нас есть. Downsampling — это тоже интересная задача, потому что, казалось бы, ну, вы пособирали данные, да, и тут у вас эти... Ну, в целом маленький завод — это где-то 3 гигабайта данных за сутки. Ну, это не так, чтобы много, но эти данные используются аналитиками, и их как-то надо отобразить, да. Вот, казалось бы, вы знаете machine learning и так далее, и тут, ну... Вам надо подойти. Downsampling — это когда вы, грубо говоря, из 3 гигабайт данных показываете на UI там, ну, 20 килобайт. То есть есть определенные, это целая наука, как правильно downsample данные. То есть в зависимости от того, как вы их будете downsample, у вас будет разный результат. Поэтому для меня вот эта вот часть с даунсэмплингом — это как целая отдельная структура. Это очень тяжелая, там, ну, там действительно математика, и она тяжелая статистически. Собственно, и дальше у нас это все сохраняется на S3. Основной storage у нас S3. Так как мы по-честному не знали, что делать и как предиктить, и какие алгоритмы нужны, у нас были в этот момент только данные сырые. То есть мы пробовали предсказать. У нас сейчас уже система в более таком, как бы, да, зрелом состоянии. Тогда мы не знали, с чего начать, и у нас были только данные. И как бы между supervised и unsupervised learning у нас был один вариант. Это говорить, что окей, вот эта скорость, velocity или этот acceleration, он ненормальный. То есть мы знаем четко, какое поведение системы нормальное, и все отличное от него мы считаем ненормальным. То есть вот первая система была, она базировалась чисто на аналитике. Там не было machine learning вообще. Там были средние, сигмы, то есть всевозможная математика, но никакой романтики там не было. То есть первая система, мы рассматривали обычные статистические данные, если у нас, грубо говоря, от нормального поведения там 10-15%, по-моему, допуск был, мы итог системы какой? То есть мы должны отправить нотификацию, да, о том, что устройство как-то вот себя ненормально в целом ведет. Это фотография с моего айфона. Собственно, левая, правая — это Tesla. Вот. Да. Вот роботы вот эти, они, собственно, как бы, когда я попала на завод, я была удивлена. Это Coca-Cola, у них нет ни одного человека вообще на заводе. Там только вот такие роботы стоят. Они от 35 тысяч долларов минимальная комплектация идет. Но, собственно, поломка этого робота ведет к тому, что останавливается производство. То есть для меня завод — это большое количество людей. На самом деле завод — это 2-3 человека с айпэдами, и как бы все остальное — это роботы. Вот они приблизительно так выглядят. Максимально, ну, даже мы как-то, по-моему, рассматривали, когда я готовилась к докладу, этому в Тесле роботов меньше, чем в Мерседесе и в BMW. То есть,
ну, роботы — это дорого, но Штаты считают, ну, я, в принципе, с этим, наверное, согласна, что есть, там, где есть человеческий фактор, и вы можете поменять это на робота, да, потихоньку мы, меняется это все. То есть приблизительно так же выглядят наши роботы. Я желтенькие больше люблю, куклы я меньше люблю. Ну, да. Собственно, сервисы, которые мы предоставляли, почему мы выбрали AWS? То есть есть ряд задач, которые обычные девелоперские. Ага. Обычные девелоперские, их надо как-то решать. То есть мы выбрали AWS, потому что вот эти пункты, они работают из коробки, собственно. Клауд сам скейлится, это дорого, но он сам скейлится. Ивенты доступны, собственно, из коробки доступны, это модель, которую они там откатали. Security. Все данные одно из требований серьезных было разделение per customer, то есть каждый customer должен иметь свои засекьюрированные данные. То есть customer покупает, собственно, данные, которые мы собираем. Помимо того, что мы предоставляем ПО, мы продаем сами данные, которые мы собрали, потому что с помощью данных доступна аналитика, да? И они должны быть засекьюрены. В S3 у вас нет возможности хранить незасекьюренно данные. То есть у вас это идет автоматом из коробки. То есть вот такие простые задачи при помощи AWS нам, ну, получилось как бы обойти. Да? То есть disaster recovery — это восстановление, самовосстановление системы. Но это не совсем бесплатно. Да? То есть там DevOps задействованы и так далее. Там куча... И обходится AWS как бы дорого, я думаю, что тут все понимают. Но нам удалось сократить эти шаги. Мы этим не занимаемся. То есть, почему выбрал SageMaker? Вот тут был интересный. То есть мы построили первую систему, там первый, второй прототип. У нас запустилось два инсталляционных макета. И, собственно, это была вторая поездка моя. Меня ознакомили с аналитиками, которые в Штатах, machine learning специалисты. Вот. И тут интересный факт. Ты там приезжаешь, и ты понимаешь, что это математики. Они не могут программировать, они не могут писать код. То есть они пишут формулы, отдают тебе листики. То есть, как бы, а ты там дальше что хочешь с этими листиками, как бы, делай. То есть у меня был самый тяжелый период, там, ну, тогда, когда аналитики меня уже вот местные довели до истерики, это когда они мне код в JSON выслали. То есть я, да. То есть PDF, это я уже привыкла. Там, ну хорошо, вы PDF шлете, мы как-то там его скопируем, перенаберем, еще что-то. И тут ты понимаешь, что может быть еще хуже, они могут в JSON слать код. Вот, то есть у нас стояла проблема, что им нужно дать инструмент такой самый-самый простой, то есть чтобы люди могли сидеть и анализировать. И это был как раз, поэтому мы выбрали Amazon SageMaker, потому что там нужен порог вхождения будет минимальный. Сейчас вот мы уже работаем какое-то время, и мы их потихоньку начали, там, они ифы могут писать, там, ну, в общем, там, мы уже потихоньку там пытаемся их как-то вот, смотрите, вот, до этого это был, конечно, вот, поэтому мы выбрали SageMaker, потому что у него еще, в частности, большое количество поддержка из коробки работает. Мы не знали, какие machine learning алгоритмы мы будем использовать, поэтому мы выбрали, он позволяет и PyTorch использовать, и MaxNet, Kafka, ну, в общем, он позволяет очень много использовать, чего из коробки, Keras, и мы старались захватить максимально широкий обзор, чтобы аналитикам были доступны разные средства. Собственно, да, вот сам процесс, да, вот вы картинку эту в сети можете найти 30 раз или ее вариация, из чего состоит, когда начинается вот бизнес сам. У вас есть проблема, да, то есть у вас есть конвейер, который не должен, в принципе, останавливаться. То есть у вас есть data collection, когда мы собираем, data integration, как бы, собственно, data preparation — это когда вы чистите данные, потому что у вас может быть потеря, и данные нерелевантные, да, то есть data visualization, ну, как бы, вроде как все понятно, это типичный проект для machine learning проекта. Feature engineering отдельно идет, это когда вы ищете корреляции между данными, то есть определенные правила, которые должны работать.
модел тренинг, ну как бы все, все вроде как нормально. Но тут тебе надо это заплементировать, чтобы это работало. Собственно, стоп, а почему? Вот так. Вот так это выглядит сейчас на данном этапе. Какие технологии на каждом шаге были использованы. То есть для Data Collection, Integration и Preparation мы использовали S3, Glue и Afino. Почему мы использовали Afino? Потому что Afino позволяет вам, во-первых, сохранять в формате паркет. Это очень сжатый формат. И второй момент, который нам очень нравился, это то, что результат квайри Афина, ну, помимо там стоимости и технические характеристики Афины вы можете найти, Афина нам подходила в плане того, что она позволяла CSV-файлы получать. CSV-файлы — это, собственно, основа любого machine learning процесса. То есть обычно все аналитики, которые не программисты, они говорят, давайте вы нам данные отгрузите в CSV. То есть как бы... Да, ну можно в Excel, но там по-разному бывает. То есть поэтому вот именно Афину мы долго выбирали как датабейс. Вот это было тяжелое решение на самом деле. Ну это неправильно датабейс называть, извините, пожалуйста, Query Editor. Собственно, почему на втором этапе мы использовали Jupyter Notebook, те, которые как-то вот с machine learning встречаются. Это такая среда, она очень простая, там, доступная всем. Ну, порог входа маленький, то есть нам позволило не выгружать данные для аналитиков, потому что до этого первые там 4 или 6 месяцев мы работали, они говорят, ну, я вот этот ваш клауд где-то там, да, вот вы мне файлы, пожалуйста, вышлите, я там буду разбираться. И этих файлов там 3 гигабайта в сутки. То есть это монотонная рутина. А тут мы их заставили при помощи Jupyter ноутбука анализировать, собственно, в клауде. Training clusters. Из коробки работают кластера, то есть как только вам для обучения надо большое количество вычислительных мощностей, у нас нет девопсов, которые это поддерживают, потому что Amazon позволяет указывать количество, ну то есть там это параметр, который позволяет, собственно, вы устанавливаешь, говоришь, я хочу там типа 6 больших инстансов использовать, и на этом этапе у нас, нам не нужны девопсы, это ну, одна из таких. Ну, понятно, дальше скейлится все, и все секьюрится на S3, то есть это стандартно. Дальше Model Deployment Evaluation. Вы приготовили какую-то модельку, да, вы ее сохранили, собственно. Но вам же надо этой моделькой пользоваться. То есть сейчас у нас модель, у нас разные модели. Модель идет per девайс, то есть у вас есть моторы, ну в данный момент моторы, подшипники, коробки передач, и для каждого мотора, то есть мотор, если он там 10 лет, ему у него одни характеристики, если вы его только поставили на производство, то у него другие характеристики, для него нормальные, как бы другие, другое нормальное состояние считается. Поэтому у нас как бы все онлайн крутятся порядка. Ну, вот если 150 датчиков, да, там устройств пусть будет там, ну, это маленькая инсталляция, вот, самая маленькая. Вот, и как бы там, грубо говоря, 150 моделей минимум надо, которые постоянно крутятся, чтобы они предсказывали поведение системы. То есть вот это, собственно, диаграмма, это, ну, она упрощенная, но это наша реальная архитектура того, что мы имеем в результате сейчас. То есть обратите внимание, у нас есть отдельно аналитики, да, работа аналитиков, как бы мы их ни учили, ни пытались их подвинуть в клауд, это очень тяжело. То есть мы им выдали Jupyter ноутбуки, и у них есть CI. То есть они могут модели как-то при помощи Jupyter ноутбука тренировать или еще что-то, ну, в общем, там делать какие-то свои маленькие ресерчи. Потом у них есть CI, и CI состоит, собственно, из очень простых там serve. В EC2 инстансе у нас есть serve, train и predict. Predict отвечает за то, что он предиктит данные на 2 часа. Train — это, собственно, тренировка процесса, потому что модели перетренировываются постоянно. То есть тренинг процесс — это часть работы продакшн-системы. Окей.
И серф — это чисто техническое. То есть внутри на EC2 у нас Flask сервис, который, собственно, отдает вам три эндпоинта, да? Собственно, вот эксперименты, да? И все сохраняется на S3. То есть работа аналитика сейчас сводится к тому, что они что-то там пробуют или еще что-то, коммитят в CI, и потом это уходит в… Ну, понятно, что это упрощенная схема, там сначала все в тест уходит, потом в develop, что у нас есть разные модели, там бывают модели хуже, бывают модели лучше, то есть у них есть accuracy, если модель получилась неудачная, ее выбрасывают, там, ну, там разные случаи есть. Собственно, и для юзеров у нас есть predict values, то есть каждые 2 часа мы предиктим состояние системы, собственно. Он делается через обычную лямбду, через S3, это обычный endpoint на фласке, который, ну вот, собственно, так это построено. Помимо этого у нас есть еще, да, prediction данные мы тоже храним отдельно, то есть исторические данные того, что мы на предиктеле, мы тоже отдельно сохраняем. Собственно, выглядит это, вот после всех умных слов, выглядит это для аналитиков плюс-минус вот как-то так. Тут, конечно, изменено, то есть вот это вот такой интерфейс AWS, это, собственно, то, что видит аналитик, да, вот у них там это ранний скрин, вот, то есть вот он открывает себе, говорит, хорошо, открыть мне ноутбук, у него появляется доступ к данным, так они анализируют. А так это выглядит для девелопера. То есть это обычное создание тренинг-джоба. То есть мне было важно показать, что вы можете достичь это и с интерфейса, да, обычными кликами, и те, которые не могут, ну, у нас разного уровня коллеги работают, те, которые могут код писать, они могут тренинг-джобу как бы из консольки, да, запускать. Те, которые не могут, они могут наклацать на интерфейсе. Для нас это был прорыв, потому что мы развязали руки аналитикам. Они могут сами… Это вот примеры, собственно, параметров, которые там используются, вы можете видеть. То есть, ну, это тоже это данные из не реального продакшена, да, тут все изменено, я не могу раскрывать. Но важно тут, что у вас есть имиджи, да, вот instance count, сколько вы используете машинок для обучения. То есть это вообще звучит как космос, но на самом деле это вот все параметрами прописывается. Сколько в мини-батче, сколько батчей вы используете. Собственно, вот возможность создать модели. Да, то есть сама модель вы должны были, она тоже выглядит абсолютно несложно. После того, как вы запустили тренинг-джоб, алгоритмы могут быть разные. То есть это может быть и Commins, это может быть Random Forest какой-то или еще что-то. Но схематически это будет выглядеть вот приблизительно вот так. Собственно, да, результат тренинг-джоба — это модель. Это файлик, который у вас сохраняется на S3. И вот это, собственно, весики и тому подобное. Это и есть ваша модель. И вот так это выглядит, вот так это выглядит для девелоперов, вот так это выглядит для аналитиков. Они заходят, делают create model, заполняют форму, ну, то есть, как бы, собственно, ну, я немножко приоткрою занавес, наверное, в этом плане. Сейчас это все, мы идем к тому, что мы уходим от SageMaker, потому что наши аналитики начали потихонечку апгрейдиться, вот, и как бы, а девелоперы, они все равно хотят больше код писать, чем клацать. И, то есть, мы платим за SageMaker исключительно из-за того, что вот нюансы с аналитиками есть. То есть, это все, что вы видите, это можно сделать программно и без SageMaker, да. Кастомные алгоритмы можете писать все, что угодно. Да, собственно, и это endpoint, создание endpoint, который, ну, predicted какую-то одну характеристику. На самом деле там мы предиктим по всем характеристикам. И так это выглядит для аналитиков. Вот endpoint view. То же самое, там форма открывается, они там вписывают свои параметры, то есть им не надо знать вообще никакой код. Ну и, собственно, финал проекта, что мы имеем в результате? Мы имеем нотификации. То есть помимо того, что мы предоставляем UI и всю аналитику на, ну, грубо говоря, конечному пользователю, основная, ну,
основной результат этого проекта — это нотификации. То есть как только у вас система выходит, и мы видим, что она работает unusual, ну, сейчас, не, ну, необычно, да, ненормально, вот, мы посылаем смс-ки, письма счастья, и приходят реальные механики, да, которые смотрят конкретный мотор и так далее. Собственно, это я собрала полезные ссылки, их как бы очень тяжело в сети найти, но там есть примеры разных абсолютно алгоритмов и так далее, очень хорошие сборники. С точки зрения там, примеров кода, там можно найти разные задачи, собственно, под разные. Что дальше? Вот, собственно, что дальше? Дальше мы переходим, я договорю там, про наши планы, да? Дальше вот у нас в планах перейти, собственно, мы уходим от SageMaker, и мы хотим перейти просто на девелоперские, на EC2 инстансы. И второй, мы начали собирать predictive maintenance логи. То есть мы не могли заниматься supervised как бы обучением, потому что, собственно, у нас не было логов. Логи — это значит, что если мотор сломался, да, ну, допустим, этот механик должен прийти и как бы сказать вообще, что случилось. Мы пытаемся набить базу правил, да, по которым они там чинят эти моторы. Там, это утечка масла, может быть, там, короткое замыкание, еще что-то. То есть сейчас, последние полгода, мы занимаемся тем, что мы собираем логи. Потому что раньше, как только мы пришли на этот завод, ну, понятно, что сама починка, она происходит быстро достаточно. Но заполнение бумажек, первые predictive maintenance логи, которые мы получили, там, человек может заполнить их через 3 дня. Там, да, у нас данные с вибрацией, там, грубо говоря, за среду, а бумажки заполнены, они не совпадали вообще по данным. Ну, то есть мы не могли этим пользоваться. И вот только сейчас у нас отдельно, это называется целый мир тоже в заводах, CMMS. Это, собственно, системы, которые позволяют логировать поломки оборудования и писать, собственно, там, какие шаги должны быть предприняты для, ну, для того, чтобы починить. Вот, собственно, вот это планы. Да, планы на будущее. Так, сейчас у нас из активных у нас есть 4 завода в Америке и 2 завода в Европе. В Европе я не была, но я надеюсь в Италии да, съездить на заводы, посмотреть, что у них. И, собственно, как бы маленький завод у нас порядка 150 датчиков, большой завод 10 тысяч датчиков. Вот как-то вот так это звучит в цифрах. Ну, собственно, наверное, все. Спасибо большое. Спасибо. Я иду. Добрый день. Спасибо за доклад. Меня зовут Павел. У меня вопрос следующий. Допустим, у вас есть датчик, который отправляет данные о температуре, скажем, там, 5 раз в минуту, да, и другой датчик, отправляющий данные по влажности, каждую минуту 10 раз. У вас стоял вопрос матчинга этих данных? Нужно ли вообще было понимать, что в этот момент времени эти датчики отправляют одинаковые данные? Вопрос о датчиках вообще стоит очень сурово. Я сейчас объясню, почему. Во-первых, сам факт, как вы крепите датчики, влияет на данные. Сами датчики влияют, но и то, как вы их крепите, влияет. То есть у нас была ситуация, вот одна из таких очень серьезных ситуаций, мы очень сильно тогда, как бы, ну, резонанс был. У нас наш коллега прикрепил 2 датчика температурных, один в коробке, один возле коробки. И как бы они решили таким образом чекнуть, насколько наши данные вообще, ну, соответствуют реальности. И выяснилось, что, ну, казалось бы, в коробке температура должна быть больше, чем вне коробки. Вот. И она была меньше. Они сделали вывод, что у нас что-то какая-то большая проблема с данными. И оказалось, что человек, который крепил этот датчик, он его поставил напротив вентилятора. То есть нюансы, как крепить, да, на этот мотор сверху, снизу. Один датчик может дублироваться, их может быть много. Для одного мотора может быть 6 датчиков разных. То есть это не один датчик, ни одной фирмы. И вот эти все данные собираются, да. То есть у вас может случиться так, что кто-то, ну, грубо говоря, подошел, по мотору ударил ногой, датчик отвалился.
Да, он вообще вибрацию не показывает. То есть есть дублирующий датчик. По этим косвенным признакам мы можем как бы судить о том, ну, то есть датчик сам по себе, он не один. Это набор датчиков. Это и... На этапе обучения модели, то есть было важно, что в момент времени все датчики отправляют какие-то данные? Или... Ну, вы знаете, вот как бы сначала собираете данные, да, потом вы через какой-то момент понимаете, что вы мусор насобирали, вы ничего запредиктить не можете. Поэтому есть целая лаборатория. Сейчас вот лаборатории рассматривают ультрасоник датчики, это те, которые на звук реагируют. Есть датчики, камеры ставят, то есть у нас и камеры, ну, рассматривается вариант с камерами. Есть тепловизоры, то есть это те, которые температуру от мотора считают. Если у вас по-разному тепло, ну, тепло, да, грубо говоря, температура меняется, вы можете тоже предсказывать. Датчики — это не что-то одно конкретное, это набор, там, порядка... С датчиков мы снимаем 17 или 18 характеристик с разных, и мы их сравниваем. И с PLC мы снимаем там, порядка 40 параметров. И это все вместе, вот, то есть это большой датасет, который идет в аналитику. То есть если, допустим, у нас вибрация с одного датчика и с другого датчика, они не совпадают, то есть поломка может быть и самого датчика. Датчик тоже имеет свойство ломаться. Поэтому если вы смотрите на дублирующем датчике, там с вибрацией все окей, или там есть... Ну, сейчас мы уже как бы понимаем, что да, там, в зависимости от того, там сверху ты прикрепил, сбоку датчик прикрепил, как будут данные меняться. Когда мы начинали, у нас не было этих знаний, это ну, как бы опыт. То есть сейчас у нас уже есть понимание, там, как эти датчики должны крепиться. Начинали мы проект, мы... Ну, это вот, до сих пор это лаборатория, то есть они крепят датчик, это маленькая инсталляция, они смотрят, собственно, как это все работает. Я ответила на вопрос? Алло. Спасибо за доклад, было интересно. Два таких вопросика по поводу датчиков, было уделено большое внимание. Вот стояли задачи вот, оценки цены качества датчиков, вот, когда у нас выбор перед датчиками, конкретно там цену за 2000 покупать, да, вот 10 тысяч датчиков, или все-таки можно меньше. Просто была ли такая задача? Такая задача была, она такая задача есть, потому что сейчас рынок перегрет, и, как я подчеркивала, там это Industrial Revolution, все делают датчики, все. То есть вероятность, что вам привезут датчик за 200 долларов и как бы и датчик за 20 долларов технически будут одинаковы, очень большая. Обычно на этих заводах эти люди, они как евангелисты, да, они сами вам несут эти датчики. Говорят, вот мой датчик, он самый лучший, самый лучший. Мы вам дадим 10, пробуйте. Вот как бы. Да, да, собственно, поэтому вопрос датчиков, он стоял, и то есть само PLC, оно развивается, 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 ну, то есть это такая вот hardware-девелоперы, они очень редкие, и они становятся все более и более ценными, то есть люди, которые понимают в этих датчиках. У нас это, я бы больше сказала, что мы ставили изначально очень суровых администраторов, вот таких старинных, которые там в 90-е там сети кидали. Вот, и как бы вот это эксперический опыт, который там потом как-то получался. Да, по поводу тренировки модели было интересно. Ага. Вот критерии выхода из строя тех или иных механизмов. То есть у вас как-то есть какие-то тестовые механизмы, которые вы доводите до предела, и они как бы показывают их критические значения, или есть какие-то вот просто ориентация на технические характеристики того или иного техники? Смотрите, есть две части системы. Есть аналитика, там, где чистая математика используется. И вторая часть — это machine learning, собственно. Система как бы стоит на двух китах. Вот. Ну и, собственно, ответ на ваш вопрос — это финальное решение, да, что с системой что-то не так, принимается по многим показателям. Это может быть механик, который смотрит визуально и говорит, что тут тепло, допустим, температура, вот сейчас уже я вижу, что она распространяется неправильно, я пойду-ка проверю. То есть высылается notification, он идет проверяет. Ну, то есть он может просто зайти на сайт и посмотреть, что происходит. То есть есть просто предельные значения, которые система говорит, что что-то не то, и уже дает на дальше maintenance уже человека, получается, да? Ну, есть, они так и называются, это predictive maintenance инженеры. То есть они занимаются тем, что они мониторят систему, и если они видят какие-то неполадки, это не один фактор, да? Ну, да. У системы есть там 10-20 показателей. И у каждой модели, это не одна модель, это не один алгоритм, это много алгоритмов разных, которые используются, и много моделей.
То есть, если вы видите, допустим, у вас 10 пунктов, да, и 8 там, пунктов предсказывают, что система ведет себя аномально, то, наверное, она ведет себя аномально, отправляется. Есть желтый пороговый, ну, у нас есть желтый пороговый уровень, когда мы, ну, в общем-то, считаем, что у нас есть подозрение на то, что она ведет. И есть красный. Желтый уровень, собственно, отличается от красного. Красный — это мы говорим, что все, как бы скоро все станет плохо, там надо бежать. В этот момент есть predictive maintenance инженеры. Это механики, которые приходят, собственно, и проверяют. То есть, ну, бывают ложные срабатывания, но это все как в любых системах. Спасибо. Ага, спасибо. Все, спасибо.